Вот так этот ресторанчик выглядит. Вот так. Вот так. А, красотка. Красотка, да. Ага. В мечтах своих. Эй, всем огромный привет из Америки, меня зовут Юля. И сегодня мы с Эром вам покажем еду, которую американцы очень сильно любят и все время ее едят. Называется это чипотле. И можно прийти и заказать его. И все американцы обожают это. Они сюда приходят часто. Эрин, do Americans love Chipotle? Да. Это во всех штатах Америки есть, и все просто обожают. Здесь есть сыр, стейк, rice, рис, beans, lettuce, травка зеленая. Is that actually what it's called? I don't know. И помидоры. Salsa. Вот так это все выглядит. Помидор. И салса. Cheese. Часто это заказывают, вот так выглядит это местечко. Можно приходить и говорить, что вы хотите. И здесь еще сыр. И это guacamole. Все перемешивается. И гуакамоле здесь. И они еще продают чипсы. Это все обошлось $14. Здесь всегда очень много людей, люди часто приходят. И мы с Эрин заказали. How much was it? $14? Да. But we only paid. Это было все $14, но мы заплатили только 9, потому что девчонка запуталась, и она просто нас отпустила. Поэтому... И гуакамоле, кстати, это экстра. Extra by how much? Like a dollar? Yeah. Гуакамоле стоит на $1 больше, потому что это типа авокадо, и оно дороже. Напиток и чипсы. Простые чипсы. There's a lot of chips in this bag. I know. Девчонка подошла к нам и дала Эрин деньги обратно, потому что я даже не знаю почему, но мы просто забрали деньги и все. Это, наверное, потому что мы такие красивые, да, Эрин? We got it for free because we're cute. Да. Да, нам просто бесплатно везде все красотки. Дают. Красотки. Окей, ребят, здесь очень большие порции. Мы с Эрин поделились, и мы даже не можем доесть, потому что здесь так много дают. У нас тут целый пакет чипсов, потому что мы их не ели. Are you full? I'm never full. Эрин, она всегда голодна. Спасибо всем огромное за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. И увижу вас в следующем видео. Пока!